Здравствуйте! Я хочу представить вам книгу нашего издательства «Задание с развернутым ответом по алгебре». Значит, книга предназначена для подготовки к профильному ЕГЭ, причем к самым сложным задачам профильного ЕГЭ, задачам с развернутым ответом, для которых требуется запись решения. Значит, ну ни для кого не секрет, что ЕГЭ называется единым еще и потому, что он предназначен в том числе для отбора абитуриентов в ВУЗы. Ну и для того, чтобы набрать необходимые баллы для поступления в престижный ВУЗ, в принципе, обычных школьных занятий недостаточно. Поэтому обязательно требуются дополнительные занятия. Вот эта книга позволит вам заниматься самостоятельно, либо какими-то группами, может быть, даже в классе, если у вас физико-математический класс, значит, по вот основным заданиям алгебраическим. Значит, ну, геометрия достаточно объемная вещь, и вот книга и так толстая, геометрия уже сюда просто не поместилась. Эта книга ранее выходила, в этом году мы к ней, ну, переработали основные темы, и кроме того добавили целую главу, посвященную задаче номер 13, тригонометрические уравнения. Таким образом, здесь вот 13-я задача, 15-я, это неравенство, 17-я задача, так называемая экономическая, да, в кавычках, потом задача 18-я с параметром, ну и 19-я олимпиадная задача. Вот все эти задачи, для каждой из них отведена отдельная часть, несколько глав, начиная с самых простых, с разборов решений, постепенно задача усложняется, и в конце каждой главы уже приводятся задачи ЕГЭ-подобные по уровню сложности, по формулировкам и так далее. Значит, работая по этой книге, ну, от вас потребует много усилий, но они окупятся. Они позволят вам набрать на грядущем ЕГЭ максимальные баллы. Желаю вам удачи на грядущем экзамене. Спасибо.